автобус Пас Аврора. Посмотрите. Обалдеть. Прям спокойненько вмещается сюда. Всем привет! Вы на канале Toy House. И если у вас столько же машин, сколько у меня, то вам потребуется как минимум парковка. И сегодня у нас вот такая вот деревянная парковка на 55 парковочных мест. Очень большая, крутая. Сейчас скажу вам. Вот фирма-производитель у нас. 56 размер, 70x35. 53 детали для сборки. Сборка без клея. Изготовлена из березовой фанеры. Можно раскрашивать. Время сборки 1 час. Ну и, соответственно, даже служба поддержки есть. И вам помогут собрать ее, если вы не справитесь. Парковочка у нас приходит вот в такой вот белоснежной большой коробке. Открываем и посмотрим, что же здесь нас ждет внутри. Итак, внутри нас ожидает вот такая вот замечательная парковка. Детальки здесь все подписаны. Я думаю, ничего сложного со сборочкой не будет данной парковки. Плюс ко всему идут у нас инструкции по сборке. Это схематическая, вкладыш с примером сборки вот есть, пожалуйста. Плюс ко всему, я так понимаю, здесь вот можно найти видеоинструкцию. А также, ребята, можно обратиться к менеджеру, который поможет вам со сборкой прямо по телефону. Таких подробных инструкций я еще нигде не встречал. Надеюсь, у меня все получится и звонить менеджеру мне не придется. Какой же прекрасный сейчас аромат у меня здесь стоит. К сожалению, пока что у нас, да, техника не может передавать запахи, но пахнет реально вкусно деревом. Ну вот как в бане, в настоящей бане. Смотрите, крупные детали идут. В принципе, я думаю, будет все просто и легко. Продается данная парковка на Валбересе. Ссылочка будет внизу в описании, поэтому, если что, переходите, заказывайте. На день рождения, на Новый год, да, да даже просто себе, чтобы ваша коллекция как-то аккуратно и красиво смотрелась. Приступил, в общем, к сборке. И смотрите, как я и говорил. Видите, деталька у нас отмечена А0. И на схеме она также у нас отмечена. Ну что, я практически собрал. Это одна половинка. Есть еще одна. Сейчас покажу. А вот это у нас вторая половинка. В общем, осталось их соединить. Добавить небольших элементов. И в принципе будет готово. В комплекте идут вот такие вот замочки. Вот так вот они крепятся. И... В общем, все стоит вообще очень-очень крепко, никуда не девается. Посмотрите, какая красотень у меня получилась. На сборку ушло, ну, как и написано, около часа. В общем, большая, огромная парковка на самом деле. И идеально просто подходит для моделей в 43-м масштабе. Смотрите, автолегенды прям встают четко. Даже вот этот этаж и то Калину я сюда поставил. Не, даже газель вмещается, посмотрите, спокойненько. Есть еще у нас вот такие гаражи типа того, закрываются они, можно закрыть, можно держать открытыми, сюда можно поставить в принципе грузовые машины, ну-ка, или автобус, сейчас попробую. Итак, автобус Пас Аврора, посмотрите, обалдеть, прям спокойненько вмещается сюда. Вот еще у меня газельчика есть, сейчас мы ее попробуем. Да, вот на 40-е место. Вмещается, нет? Да, идеально. Да, точняк, я буду автолегенды здесь хранить свои. В общем, классная, замечательная парковка. Здесь, смотрите, есть у нас еще светофорчик. Здесь тоже, кстати, можно что-то ставить. Ну-ка, попробуем. Можно вот так вот еще поставить. Есть вертолетная площадка. Если у вас есть вертолет, ну, можно поставить, например, и автомобильчик. Тоже шикарно смотрится. В общем, клевая, классная парковка. Ссылка в описании. Всем, ребят, советую. Все. С вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем добра.